Рохи Бланкос. Подача в штрафную. Ну так будет удар. Бифума. Нарушение правил. И Карвальо показывает на 11-метровую отметку. Неплохо. Уже на второй минуте пенальти. Ну и Рули получает эту желтую. Да, начало стремительное. Хорошо еще, что я успел с составами как-то разобраться. Эмет пропускал этот мяч. Потом Сириано. И Бифума вот так бросается под ноги французу. Тот тут уже успел пробросить мяч. В Испании его называют коротко Хим. Так, Верса исполняет. И под вратарем проходит этот мяч. Ведь угадал. Жеронимо Рули. Хемет у него 6. Эдгар забил 4. И 2 мяча еще у Сириано. Да, команда почувствовала уверенность. 2 победы подряд. Ну, как называется эта часть? Паис Баско. Крайняя северная часть. Это удар по воротам. И 1-1. Все-таки Агиречи дотянулся и переправил этот мяч. Ну что ж. Мяч в сезоне. Что ж, второй матч подряд он забивает. Да. Баск сделал свое дело. Но уходить еще не время. Верса, как здорово. Поборолся за мяч. И вот уже Диви на левом фланге. Давно у конголеса ничего не получалось. Как вам на этот раз передача? И 2-1. Тамер Хемет забивает свой 7-й мяч в сезоне. Ну что же, соскучился израильтянин по 2-1. Ну что же, 3 забитых мяча. Это только первый тайм. Кстати, очень результативными матчи команд получаются. Например, в прошлом году здесь же Альмерия выиграла 4-3. Это было в 29-м туре. И вот в том же сезоне 13-14 играли они на Анойете. Тогда 3-0 выиграл Сан-Себастьян. Вообще вот Альмерия одна из немногих команд, у кого Реал Сосьедад еще не выигрывал, вот именно проводя матч в гостях. И силой воли. Джори Кастро, какая передача! Канальес! 2-2! Нет, ну как вам это нравится, а? Великолепно! Айда Реал Сосьедад. Второй раз уже команда возвращается. Обратите, в сезоне забивает. Был он заметен и в первом тайме. Ну и гениальная передача, конечно. Арчори Кастро. Уругвайец просто вложил этот мяч в ногу.